Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это телефон OnePlus 8, и сейчас я покажу вам, как изменить рингтон на этом устройстве. Для этого вам нужно перейти в приложение «Настройка», вот здесь вы окажетесь, затем нужно выбрать пункт «Звуки и вибрация», затем нужно «Мелодия звонка и вибрация», и выбрать из доступных нужную вам мелодию. Так, у меня звук выключен. Почему ты не идешь? Ага. У меня режим без звука просто стоит. Выбираете нужную вам мелодию и просто выходите отсюда. Если же вы не нашли подходящую вам мелодию и хотите установить мелодию, скачанную на ваше устройство, тогда нажимаете «Мелодия звонка из встроенной памяти». Выбирайте приложение, через которое вы производите музыку, там, допустим, музыка. Да, и просто из этого приложения выбирайте нужную вам песню. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.